Друзья, всем привет! Обратите внимание, поздняя осень, но в парке Львов-Тайган какие прекрасные газоны. Это все потому, что здесь очень много вечно зеленых деревьев, кустарников и даже вот таких вот трав, которые в принципе в Крыму зеленеют и радуют посетителей парка круглый год. Как их и радуют павлины. Шимпанзе это вообще замечательные ребята, Семен Семенович. И, конечно же, японские макаки. Вот морковочка. Морковочка, кстати, заходит всем в Тайгане очень даже здорово в их ротике. И, конечно же, левушки. Левушки еще в крымской саванне гуляют. Вон Чип и Дейл. И ребята-мушкетеры. И, конечно же, Чук, глава Прайда. Уж не знаю, насколько Чука они все слушаются, но для нас он вожак. Был им и остается. Пока-пока.